Векшин. Здрасте. Здрасте. Все ищете своего? Старикашку, преступник? Да нет, он умер. Кстати, оставил хорошую библиотеку. И там есть много книг со знакомым тебе экслибрисом. Ты же продавал эти книги или отдавал за долги? Ну что ты на меня смотришь волком? Пошли. Вы что, значит, арестовывать меня собираетесь, да? Да нет, развеется. У тебя же такая однообразная жизнь. Школа, дом, дом, школа. Садись. Подожди. Голодный? Нет. На, это мне жена приготовила. Котлеты очень вкусные. Спасибо. Как? Годится. А кофеек слабоват. Я его в управлении налил. Жидкий? Бычковой. Остроумно. Ну, конечно, у тебя мать намного лучше готовит. Ну, мама. Мама вообще замечательная женщина, правда? Я ее плохо знаю, но тебе верю на слово. Красивая. Интересная. И ужасно-ужасно одинокая. Ненавижу, когда матеря говорят гадости. А я еще кофе хотел. Не дам. На бутерброд-то хоть оставите? Я ж, ты же откусил его. Трогай. Не думал я, что у Александра Даниловича Векшина сын будет таким. Дали пендали под зад, а он утерся. А потом вымещает зло на родной матери, которая действительно одинока из-за того, что не хочет нанести травму родному там мальчику. Да ну тебя. Поехали на Красноармейскую. Домой, что ли? А куда же еще? А раньше-то куда собирались везти? Какое это имеет значение? Нет уж, скажите, пожалуйста. В тир. А если я прощения попрошу? У кого? У вас, а потом у матери, дома. Ну, простите уж, пожалуйста. Настроение поганое сегодня. Ну, умею управлять им настроением. Ну, пожалуйста. Ведь не такой уж я пропащий, правда? На обещание ты щедрый. И прощения быстро просишь. Ха, это плохо. Ну, ладно. Сереж, извини. Прежним маршрутом едем. Я позвонил твоей матери, чтобы не беспокоилась. Ну, как успехи? В первой серии 72, во второй 69, а сейчас 74. Ну, давно не стрелял? Ну, года 4, наверное. Ну, вот с того, как пистолет сломался, так и… Ну, что я тебе скажу? Сносно. Ты знаешь, сносно. В общем-то, конечно, таким вещам могут научиться многие. Что для этого требуется? Твердая рука, верный глаз, ну и терпение. А вам на практике не приходилось? А? В бандитов, что ли, стрелять? Ага. Разочарую тебя, не приходилось. Это у оперативников. Вот они, у них погони, драки. А у меня кабинет. Сижу вот так, смотри. Вот так. Думаю, размышляю. Серьезно, у меня такая работа, умственная. Вот, например, сижу и думаю, в какую историю вляпался Митя Векшин. Ну, это я, к примеру, так. Ну, ты не погоняй. История, прямо тебе скажу, банальная. Чем увлекается Дмитрий Александрович Векшин? Чем? Ну, современной музыкой. На что записывается современная музыка? На магнитную пленку. А какой магнитофон? Импортный. Импортный. Значит, пленка нужна тоже импортная. Импортная. Но ведь кассета стоит рублей 10, наверное, да? 20, 25. Ну, тем более. Значит, где брать деньги? У матери. Но ведь у матери не будешь каждый день клянчить, правильно? Ну и вот, Дмитрий Александрович говорит: Генка, дай мне, ну, 2-3 кассеты, так, взаймы. Деньги я тебе потом верну. Да не Генка, а Пашка. Ну, пусть будет Пашка. А Пашка оказался добрым. Открывает кредит. Ну и что, значит, получается? Время идет, долги растут. А про что думает Митя? А Митя думает, что это все как-то само собой рассосется, а не рассасывается. И вот приходит этот самый, как его? Пашка. Пашка с друзьями, бьет Мите морду и говорит банальные вещи. Отдай деньги, а то хуже будет. И Митя несет из дому книги к букинисту или к тому же Пашке за долги. Было? Было. То, что было, ничего. Плохо, что это есть. Эх ты, Робин Гуд, меткий стрелок, меломан. Как фамилия Пашки? А что ему будет? Да ничего, вызовут. Участковый прочистит ему мозги по части бизнеса. Сколько ему лет-то? 17. 17. Работает, учится? Учится в техникуме. Как фамилия-то? Что же я, доносчик, что ли? Ну ладно, пусть Пашка таких лопухов, как ты, дальше чистит. Но ведь не у всех такие условия, как у тебя. Квартира, деньги, мама, библиотека. Многих ведь на сторону потянет, чтобы расплатиться. Воровать, понял? Я должен подумать. Думай, но думай не только о себе. Если что надумаешь, позвони. У мамы мой телефон есть. Все, привет. Тебе налево, мне направо. Не заблудишься? Что же я маленький, что ли? Что так поздно? Или еще что случилось? Старик умер. Похоронили уже. Умер? Значит, такая его судьба. Причем судьба, думаешь, из-за денег, он из-за меня. Не преувеличивай, из-за денег, из-за них. А ты только в деньги веришь. А ты в светлое будущее. А чего ты смеешься? Ладно. Ума-то хватило на кладбище не ходить? Да, деловой человек, все учитываешь. Я действительно деловой человек. Когда несколько лет назад ты узнал от Губанова о судебном процессе на комбинате, ты рассказал мне об этом как о занятной истории. Вот, мол, до чего могут додуматься люди. А при чем это? Не торопись. Выслушай до конца. Когда Губанов стал ездить в Светогорск, он там филиал комбинат открывал, что ли? Да. Я предложил тебе серию вопросов, которые ты должен был ему задать. Ты его выспросил. Затем я придумал, скажу без ложной скромности, гениальную операцию. Ни спекуляция, ни воровство, ни левый цех с громоздким оборудованием. Не надо было заботиться ни о сбытии, ни о сырье. Посредническая фирма, выражаясь западным языком. Все это сделал я, не ты. Но в Светогорск я ездил. Ездил. И деньги перевозил. Но за каждую такую операцию ты помнишь, сколько получал? Неплохая ставка за курьерские обязанности. Но в последний раз ты завалился со своим замечательным стариком. И все твои обиды надо понимать так. Я должен был выложить эту круглую сумму за твое разгильдяйство. За то, что ты такое замечательное дело завалил. Все время о деньгах. А ты хочешь о чувствах? Ну что ж, эмоций у нас тоже хватает. Мы, между прочим, висим с тобой на волоске. Федотов погиб. Удалось ли повернуть грузовики, неизвестно. Я даже послал Пашку в Светогорск, чтобы он дежурил у гостиницы. Ну, там, где эта шоферня останавливается. А для тебя все это кажется мелочью, не имеющей никакого значения. Давай поговорим о Наташе. Эта тема исчерпана. Умей проигрывать. Я, может быть, все 15 лет ее любил, но никогда про это ей не говорил. Ничего не предпринимал. Ты никогда не любил Наташу. Ты никого не любишь. Это не продается. Но я-то ведь купил. Я предложил, а ты продал. Кто из нас хуже? Но я не пользовался ситуацией, как ты. Да, я всю жизнь пользовался ситуацией. Но не надо делать из меня беспринципного торгаша. Я более честный человек, чем ты. Я не обманывал любимую женщину. Это ты выдавал себя всегда за респектабельного заместителя директора овощной базы. Ты им был, действительно, и есть. Но твоя основная деятельность никогда не заносилась в трудовую книжку. И ты жил даже не двойной, а тройной жизнью. Говорил одно, думал другое, действовал по-третьему. Верни Наташу! Ты же пришел с пустыми руками. Но если бы ты даже принес эти деньги сейчас, назад бы ты ничего не получил. Ты не в магазине, Толя. Здесь ничего не обменивается. И возврату не подлежит. Надоело все. А иду на Петровку, будь что будет. Всю жизнь за деньгами гонялся. Ловчил, на брюхе ползал. Зачем? В Сочи сотенный бросал в оркестр, а музыку не слышу. Потом Наташа кольца ей покупал. Кольца. А сколько у человека пальцев, если даже на ногах считать? Уеду в деревню. Там буду жить. Пахать, что ли, захотелось? Лавры Льва Николаевича Толстого покоя не дают? Вегетарианцем быть не хочешь? Ой, Толя, Толя, у каждого из нас своя колея. Тебя в твою никто не заталкивал, но выйти из нее тебе уже не удастся. Удастся? Не мальчик, мне 50 скоро. Да-да, мы с Наташей говорили недавно. Такая дата, надо бы отметить. Может быть, соберем друзей, как прежде, в Витязе, а? Она придет? Ну, конечно. Ну что я, изверг. И не торопись ты. Может быть, там все и решим к взаимному удовольствию. Ага. Я тебя провожать не стану. Захлопни дверь. Хорошо. У вас хороший портной. Надо что-нибудь и Толе заказать у него. Костюм не новый. Правда, фирма первоклассная. Франция, Париж, Карден. Вена, Альбертина, Карден. Как вы любите иностранные слова. Нет, я просто точен. Вот вы же похожи на портрет неизвестный? Да, действительно есть что-то общее. Вот видите. Да, кстати, я его видел вчера. Кого? Портрет? Кардена, Демюстье, кого? Толю. Пришел ко мне ночью, жаловался на свою загубленную жизнь. Все, мол, только ради вас. Даже мне в страшных тайнах исповедовался. А вы все его тайны знаете? Вы знаете, мне как-то никогда не интересовало. Он живет своей жизнью, я своей. А вот он, мне кажется, будет огорчен, если вдруг узнает, что вы не такая уж безгрешная, чистая, принципиальная. Вы думаете, что я сейчас упаду в обморок от такого признания? Нет, это может подумать только Толя. Я ведь человек не наивный. Извините, в наивность других не верю. Вы знаете, мне кажется, что вы Толю недооцениваете. Ведь если он что-то решил, то просто его мало знаете. Кстати, у Толи юбилей через неделю, день рождения. Я сказал, что мы придем. Мы? В последнее время вы часто говорите слово «мы». Такое ощущение, что мы с вами супружеская пара. Пути Господни неисповедимы. Решили отпраздновать в Витязе. Витязе? Там же тесно. В прошлом году одной женщине дурно стало. В этой давке даже никто и не заметил. Это удивительно, но мы думаем об одном и том же. Вам телефонограмма, Борис Иванович. Правда, звонили не нам, а в приемную генерала Родионова. Нам якобы не могли дозвониться. Ага. Это из Вислогузова. Он сюда приехал. В 9 часов вечера я с ним встречусь. Какие-то новости привез. Вислогузов назначил свидание на квартире Губанова. Никто не отвечает. Хотя в этом ничего странного нет. У Николая Николаевича был ключ от дома Вислогузова, а у Вадима Григорьевича может быть ключ от квартиры Губанова. Вадим Григорьевич. Вас не слышно. Алло, перезвоните, вас не слышно. Так, получено год назад. Дорогой Николай Николаевич, по случаю моего 49-летия приглашаю вас на ужин в ресторан «Витязь» 21 июня. Анатолий Сергеевич Крупанин. День рождения – прекрасный праздник, и его нужно отмечать каждый год. Приезжайте, будет интересно. Так. Анатолию Сергеевичу, значит, сегодня 50 лет. Дежурный, срочно защите Медведева. Пусть выйдет со мной на связь в машине. Я предлагаю выйти со здоровья и счастья молодых. Горько? Горько! Ваше здоровье! Проходите. Прошу вас сюда. Дай нас. Вытяжи. Ой, сюда. А ты глюсь. Садитесь, прошу. Простите, боржоми не скидывай. Давай. Чекать? Минуту. Хорошо. Саша, следуй в ресторан «Витязь». Возможно, чрезвычайная ситуация. Срочно организуй, отправляй туда группу. Анатолий Сергеевич, а вот и наш новорожденный. Поздравляю. Я соскучился по тебе. Я. Да что ж вы прямо с объяснений начинаете. Туда? Да. Добрый вечер, здравствуйте. С днем рождения, Толя. Будь здоров и счастлив. Куда ты спешишь? Это тебе. Но главный мой подарок впереди. Я уйду отсюда. Один. Ты понял? Отдашь половину суммы, другого выхода у тебя нет. А это тебе. Дарю. Все дарю. Ты меня понял? Спасибо. Ой, Можно вас пригласить на танец? Вы не возражаете? На сегодня у нее все танцы расписаны. Ну, пожалуйста, можно вас пригласить на танец? А уже объяснили? Ну, вы наглец. Вы что, не поняли? Что вы сказали? Наглец. Подожди, не надо ссориться, дорогой. Ну, настоящий наглец. Извините. Наглец. Простите. Я не хотел... Отпустите меня, я же не хотел. Я... Отпустите меня, чего вы меня дергаете? Вы меня дергаете? Отпустите меня! Отпустите меня! Я говорю! Иди сюда, покажу, иди сюда! Да разрешите вы! Всем оставаться на местах. Назад! Что такое? Не надо. Толя. Не надо, Наталья Борисовна. Ему плохо? Не надо. Ему плохо, да? Разрешите. Подождите, что случилось? Пустите же, что с ним случилось? Убили? Успокойтесь. Сейчас мы все выясним. Успокойтесь. Убили. Наташа. Убили. Я мало что видел. Как вспыхнула драка, не знаю. Потом Цыганков, наш официант, мне сказал, что затеял ее грузин. Я допрашивал Цыганкова. Ну хорошо, подпишись вот здесь. Где? Вот здесь. Угу. С моих слов записано верно. Угу. Ну и подпись ваша. Угу. Вообще-то, конечно, хотелось знать, кто ткнул ножом. Или хотя бы, кто находился в непосредственной близости. А вы не знаете. Нет. Такая толчая была. Да. Ну да разве увидишь? Свалка, еще этот дурацкий свет. Музыканты наши придумали. Ну что ж тут хорошего-то? А что, Анатолий Сергеевич Крупанин часто здесь бывал, а? Я не сказал бы. Ну как же, его все знают. Ну конечно. Он замдиректора овощной базы. Наш поставщик. Ну в некотором смысле кормилец. А что, вот та женщина, которая все время рыдает, там она... Родственница его? Наталья Борисовна жена Анатолия Сергеевича. Теперь вдова. Вы пока побудьте там. И никуда не уходите. А сюда позовите Самонишвили. Нет, Виктор Вениаминович, вас. Садитесь. Я не убивал. Клянусь. Мы разберемся. А? Ваша фамилия, имя? Отчество. Самонишвили. Иракли... Вахтанг Ираклиевич. Год рождения. Где родились? В Алабашлики. Где? В Алабашлики. В 1950 году. В 1952-м вся наша семья переехала в Кутаиси. Я и сейчас там живу. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Паспорт. Командировочное удостоверение. Пропуск на работу. Цель командировки? Я... Да, кстати, 4 дня назад она кончилась. Ну да. Почему остались? Я приезжал в министерство. Так. не успел все дела сделать, сообщил на работу. Мне телеграмму прислали. Продлили командировку. Телеграмма у меня в номере. Я здесь, в гостинице живу. Могу принести. Сидите. Ага. За столом были ваши друзья? Ну да. В общем, можно их так назвать. С Валентином я в одном номере. Несколько раз видел его знакомую, Люсю. Валентин из Пензы. Но он часто здесь бывает. Это он меня пригласил сюда. Он сказал, пойдем вместе поужинаем. Еще пришел его друг Володя с женой Тамарой. Должна была еще одна пара быть, но они не пришли. Я не знаю, почему там кто-то у них заболел. Мы стол заказали на шестерых. А тут двое таких же, ну, командированных, без места. Ну, мы их в свою компанию. Понятно. Но я не убивал, клянусь вам. Я вас в этом не обвиняю. Скажите мне, почему вы затеяли драку? Я не затевал, клянусь вам. Я хотел потанцевать с этой женщиной. Ну, стол, где она сидела, понимаете? Какой-то негостеприимный. Нет, и все. Я единился, пошел от них. То случайно я стул задел. Там один упал. Я опять хотел извиниться, но не дали. Ударили меня. Но я ответил. За что меня бить? Но я не убивал, клянусь вам. Я даже с этим человеком не дрался. Он, понимаете, из них самый вежливый был. Вы его раньше знали? Нет, не знал. В Алабашлике вы часто бываете? Ни разу не бывал. А какие-нибудь родственники там есть? Нет, нет никого. Ну, хорошо. Ваши документы пока останутся у меня. А вы подождите в коридоре. Идите. Извините, я сейчас. Минутку, минутку. Рогачев задержал. Товарищ, вы куда? Подождите, тебе говорят. Вы что, отпустили грузина? Товарищ, мы сами разберемся во всем. Да ведь он же затеял драку. Вы что, видели, как он пырнул Анатолия Сергеевича? Нет. В общем, когда все это произошло, я не смею утверждать, но когда зажегся свет, я увидел, как этот человек подошел к столу и что-то под него бросил. Извините. Понял. Запишите, моя фамилия Лыкин, Виктор Вениаминович. Борис Иванович Антонов. Мне, конечно, следовало вам сразу все рассказать. Но с женой Толи была истерика, я был вынужден привести ее в чувство. Да, извините. А вы что, хорошо были знакомы? Да. Мы старинные друзья-товарищи. Они очень любили друг друга. Он ее за необычный, что ли. И вообще он очень многим был ей обязан. Чем, например? В детстве у него была болезнь, результат которой глухота. Он так и не научился говорить, и вот лет 15 назад его познакомили с Натальей Борисовной. Она тогда была еще молоденькой, но, вероятно, очень талантливой. Через 2 года он начал говорить, вы представляете? И с каждым месяцем все лучше и лучше. И вот сейчас те, кто не знали, что он, даже предположить не могут, что когда-то был немым. Так что вы можете себе представить, кем она для него была. Но не вернула же она ему слух. Да, но по артикуляции он прекрасно понимал все, что ему говорят. Вы меня извините, я все рассказываю это так подробно, только для того, чтобы вы поняли, какая это страшная для нее потеря. Если можно, позвольте мне увезти ее с собой. Она ничего вам не скажет больше того, что сказали все. Во время драки мы были вместе и видели только то, что видели все, когда зажегся свет. Вот. Нож. Посмотри. Где нашел? Под столом, как вы сказали. Почему же вы раньше там не искали? Мы по очереди отодвигали столы, как положено, пока дошли до этого стола. Я вас очень прошу, подождите там, в коридоре. Да, извините. Я вам обещаю, что и вы, и Наталья Борисовна, мы вас быстро отпустим. Благодарю. За помощь спасибо. Давай, Самонишвили, быстро. Есть. Ну что? На рукоятке ножа четко отображены следы пальцев рук. И вот на лезвии, посмотрите, кровь. Здравия желаю. Проводи. Ну вот. А Крупанин – муж Натальи Борисовны Крошиной, дочери двоюродной сестры Губанова. Да, надо было тебе приехать раньше. Саш, давай оставим советы. Что мне надо было бы делать, давай оставим. Борь, ты меня извини, я не хотел тебя обидеть. Я понимаю, что ты меньше всего мог ожидать здесь убийства. Ну ладно, не будем нервничать и не спеша во всем разберемся. Вопросы есть? Значит, Самонишвили показывает, что во время драки он был без пиджака? Да. И когда драка кончилась, убийство совершилось. Самонишвили подошел к своему столу, одел пиджак, якобы обнаружил нож, якобы испугался, выбросил нож под стол. Все? Ну а свидетели что показывают? Был он в пиджаке или не был в пиджаке? Я допросил 12 свидетелей. Четверо из них вообще ничего не могут ответить. Пятеро говорят, что якобы в пиджаке, трое говорят, что якобы без пиджака. Пойди тут разберись. Все, кто участвовал в драке, нами установлены. Самонишвили задержан. Завтра же сделаем экспертизу. Дактилоскопическую и биологическую. Но делом займется прокуратура, убийство ведь. Я уже доложил прокурору, и он поручил приступить к расследованию убийства Крупанина пока мне. Я считаю, что Крупанин связан с деньгами, которые были обнаружены у Губанова. Уж очень похож на человека, который по описанию Ракова оставил чемоданчик в камере хранения. Это мы легко установим завтра же. Сегодня. Да. Покажем фотографию Ракову. И еще одна деталь, которая объясняет странное поведение того человека. Он даже не обратил внимания на окрики Ракова. И Вислогузов показывает, что знакомый Губанова очень громко разговаривал, как будто он глухой. А Крупанин глухой с детства. И это не все. Он работает... Работал. Да, работал. На овощной базе. Вот завтра утром, сегодня утром, ты, Алик, и займешься этим. Думаю, что между этой базой, Алабашлыком и Светогорском существует какая-то связь. Во всяком случае, теперь понятно, почему Губанов согласился вести деньги даже без вознаграждения. Да. Ну, хотя вознаграждение какое-то ему обещали. Ну, там в размере 1,5–2 тысяч. Именно этих денег ему не хватало, чтобы купить библиотеку. Оказалось, что это цена его жизни. В эту историю плохо вписывается один человек, Самонишвили. Почему? Он родом из Алабашлыка. А ты что молчишь? По-моему, мы должны искать человека, который оставил тебе записку в квартире Губанова. Получается, что он знал о готовившемся убийстве и даже предупреждал нас. Не нас, а меня. А я не воспользовался. Шеф от генерала еще не возвращался? Не возвращался. Не. Получен телекс из Светогорска. Эксперты обнаружили в большой партии готовой продукции недовложение чеснока и перца. В каждой банке, в каждом тюбике. Арестован завскладом и начальник цеха. Похоже, что комбинация Алабашлик, Светогорский комбинат нами угадана верно. Те деньги Губанов вез начальнику цеха и завскладом. Одному за то, что он будто бы получал продукты, а другому за недовклад специй в готовую продукцию. Ну а какова роль Крупанина в этом деле? Не знаю, Саш. Я думал, что база, на которой он работал, имеет какое-то отношение к этому. Ревизия показала, что нет. Фотографии Крупанина есть? Да. В 3 часа придет Раков, надо показать для опознания. И с собой возьму, в Светогорск. Я пошел готовить документы. Иди. Кутаисские товарищи прислали нам характеристику на Самонишвили. Инициативный, хороший работник. Правда, вспыльчив, горячий. Ну вот видишь. Ну а ты что, не вспыльчив? А у Самонишвили была сестра, погибла с мужем в катастрофе, и он 2-летнего ребенка взял на воспитание. Как с этим быть? Ну и что? Что это доказывает? Ну он сам воспитывает ребенка. Трогательно до слез. Перестань, Саша. Ты бываешь циничным. Разве легко воспитывать ребенка, когда в доме нет женщины? Не женат, что ли? Но почему-то вдруг решил, что Самонишвили здесь ни при чем, когда все улики против него. Сына сестры воспитывает, хорошо на работе отзываются. Боря, а разве не было у тебя в практике, чтобы человека до совершения преступления все окружающие считали чуть ли не идеальным? Бывало. Но не могу поверить, чтобы Самонишвили был нанят для убийства Крупанина. Не тот он человек. Ну а если все же наняли? Вряд ли. Прежде всего, он должен был подумать о ребенке. Что будет с ним? Опять ты о ребенке. Ну, что у нас еще о Крупанине? Крупанин Анатолий Сергеевич родился в 1932 году во Владимире. Там же окончил школу. В 1958 году поступил в финансовый институт на заочный факультет. Окончил его в 1964-м. Работает на овощной базе замдиректора. С Алабашлыком база это никаких дел не имеет. В 1966 году Крупанин женился на Наталье Борисовне Крошиной. Детей нет. В раннем детстве перенес заболевание, следствием которого стала глухота. Знаю. Да, человек, видимо, волевой. Не просто работать, учиться, будучи глухонемым. Меня волнует два момента. Первое. Что он делал между окончанием школы и поступлением в институт? Ведь срок-то это большой. 10 лет. Как же, да. Ну, служил в армии, допустим, да? Нет, в армии он как раз не служил, он ведь белый билетник. Глухота, немота. Ошибочку делаю. Да не делаешь ты ошибку, Боря. А зришь, как говорит Козьма Прутков, прямо в корень. В возрасте 19 лет Крупанин был арестован. Принимал участие в хищении стройматериалов. Судили, приговорили к 3 годам лишения свободы. Статья 89, часть 2. Вел себя примерно, хорошо работал. Срок сократили до 2 лет. Вот так, Боря. Что так, Саша? Будем делать выводы из такой давней истории? Ха, это, конечно, ты правильно говоришь. Что еще у тебя есть? А по Крупанину пока все. Здравствуйте. Я… Здравствуйте. Вот по какому делу. Пропуск у вас есть? Пропуска нет. Понятно, пропуска нету. Нет. Пройдите. Пройдите налево за угол, там будет бюро пропусков. Получите пропуск. Пожалуйста, хорошо. Пожалуйста. Вы меня не так поняли. Эта пленка очень важная. Скажите, пожалуйста, кому отдать? Угу. Нашли парня, который продавал магнитофонные записи. Павел Комкин. Но он не учащийся техникуму. Оттуда его выгнали. И лет ему не 17-18, а скоро 21. Правда, тебе сейчас это не интересно. Ну, как сказать. Его на 18 вызвали в пункт охраны общественного порядка его района. Я пойду обязательно. Вот, познакомьтесь. И очень, поверьте мне, вы этому знакомству обрадуетесь. Здравствуйте. Писаренко Николай. Очень приятно, Антонов. Рассказывай. Видите ли, я... снимал свадьбу и... Рассказывайте. Прости, я быстренько все объясню. Значит, в Витязе играл свадьбу не приятель Николая по институту, а Коля заядлый кинолюбитель. Начинающий. Начинающий. И вот он снимал свадьбу. А когда началась драка, снял ее. Да, но... вероятность ноль. Темно очень было, и я не знал, получится ли. Но фирменная пленка. И приятель подарил мне перед свадьбой, буквально накануне. И получил. Алик, быстро закажите кинозал. А вам, Николай, большое спасибо. Я как вам пробиться не мог. Еще сержант. Вообще, это первая моя пленка. И... Это Наташка сесть. Тихо. Ви-ви. Раз из компании Самонишвили. А вот недолузский Ярченко, случайно оказавшиеся за столом Самонишвили, но в драку влезли. Самонишвили. В рубашке. А? В рубашке. Да. Скажите, вот у вас там в конце камера дрогнула. Это что? Хотели что-то снять еще? Я услышал страшный крик, и меня толкнули, я склетел со стола. Скажите, пленка это вам нужна, конечно. Все-таки свадьба ваших друзей. Ну, драку, если хотите, можете оторвать. Нет, вам пленку все отдадим, но если можно, завтра. Ну, спасибо. Хорошо. Спасибо, Володь. Пожалуйста. До свидания. А у вас другой эффект на экране, потому что аппаратура хорошая. Мне очень понравилось, потому что… Ну, спасибо вам большое. Вы нам очень помогли. Вот Алик привезет вам пленку, чтобы вам еще раз не приходить. Не беспокойтесь, мне я провожу. Не трудно. Хорошо. До свидания, спасибо еще раз. Всего вам доброго. До свидания. Да, факт полезный. Еще не было такого… В моей практике, чтобы вот не появлялся такой человек, как Коля. И обязательно очень помогает следствию. Есть все-таки у нас хорошие люди с чувством гражданского долга. Я столько лет тебя знаю, Борис, и не перестаю тебе удивляться. Но чему ты радуешься? Ведь пленка показала, что у всех, кто сидел за столом Самонишвили, алиби. А самого Самонишвили можно арестовать только за драку, за мелкое хулиганство. Я думаю, что доказать невиновность человека – это не менее важная задача, чем доказать его вину. Самонишвили надо немедленно освободить. И извиниться. Естественно. А что касается его привлечения к уголовной ответственности за хулиганство, то мы и это решим. Как зовут-то? Павлик. А отчество? Да можно без отчества. Какие там наши годы? Ну, немалые. 21 год. Взрослый человек. Вполне уже может отвечать за свои действия. Какие там действия-то? Так как отчество? Андреевич. Так вот, Павел Андреевич, с тех пор, как вас выгнали из техникума за неуспеваемость, вы ведете паразитический образ жизни. Не учитесь, не работаете. Готовлюсь. К чему? Я так решил. Или поступлю в следующем году в институт, или поеду куда-нибудь на великую стройку. Дело надо делать. Дело. Ну, на стройку вы можете поехать. Только на другую. Правда, в принудительном порядке. За что? Чего я такого-то сделал? Ну, во-первых, за тунеядство. Во-вторых, за занятие запрещенным промыслом. Статья 162 Уголовного кодекса РСФСР. 4 года с конфискацией имущества. Это какой такой у меня промысел? Вы же продаете магнитофонные записи. А что? Я их должен бесплатно раздавать, да? Я сам, между прочим, за кассету пленки плачу по 10 рублей. По 10. А продаете по 25. И потом, Павел Андреевич, откуда у вас такая роскошная японская аппаратура? Ведь она стоит, ну, 4 тысячи, да? Купил. В комиссионке. Между прочим, знаете, как я музыку люблю? Я очень рад за вас, что вы любите музыку. Правда, мы сейчас занимаемся другими фактами вашей биографии. А где деньги ты взял? Скопил. С каких доходов? Когда вы учились в техникуме, вы даже стипендии не получали. Отец перестал платить алименты ввиду вашего совершеннолетия. У матери оклад 140. Так что скопил не получается. Давайте что-нибудь придумаем другое. Понимаете, у меня, значит, когда я был… Ой, только не говорите, что вы получили наследство. Вы его не получали. Ну, если говорить честно… Ну, конечно, честно. Одолжил. Кто вам такую сумму доверил? Есть у меня один друг. Человек взрослый, солидный. Может быть, я для того и кассет переписываю, чтобы с долгом тем расплатиться. А назвать этого человека можете? Он мне деньги одолжил. И у него же из-за этого еще неприятности будут. Ну, какие неприятности? Подтвердит и все. Не. Не могу. А может, и не было никакого человека? Зато был другой источник доходов. В наше время немалый. Книги. Ваша малолетняя клиентура не могла расплачиваться с вами деньгами. Ну и тащила книги из дома. Не понимая их истинной ценности, а? Было? Как вам сказать? Ну, как было, так и скажи. Павел Андреевич, вы можете быть втянутым в очень неприятную историю. Ну, было. Кому продавали книги? Разным людям. Приходил и втюхивал желающим. Может, даже дешевил. А постоянные клиенты были? Чего? Плохо со слухом? Что, я их запоминать обязан? Губанова знаете? Я их анкеты заполнять не просил. Павел… Андреевич. Андреевич, в вашем положении я бы не стал так хамить. Значит, не знаете Губанова? Ну, может, знали его по имя-отчеству, Николай Николаевич. Ничего не говорит это имя? Не-а. Работал киоскером. А я-то тут при чем? Ха. В каком смысле? Ну, не знаю никого. Да. Загляни. Вообще-то лицо знакомое. не знаю. Ну-ну. Значит, пока мы с вами расстаемся. Угу. Двухнедельный срок. Вам надо устроиться на работу. Принести справку оттуда. Будем проверять. Угу. Заранее предупреждаю. Так что втюхивать нам, как вы говорите, липу не надо. Угу. Да, вот еще что хотелось. Постарайтесь на досуге вспомнить всех. Кому, сколько продали записей. Разницу между пленкой и записями надо вернуть. Усек? Сейчас меня, Саша, больше всего интересует, кто написал записку, которую я нашел в квартире Губанова. Если, конечно, она не была написана еще год назад. Ведь мы сейчас видим особый смысл ее содержания только потому, что произошло убийство. Ну? Ну, а если бы его не было? Если бы его не было. Крупанин приглашает Губанова на день рождения. И от руки добавляет, что будет очень интересно. Но ты забыл, что там есть еще одна фраза. День рождения справляется каждый год. Да нет, ничего я не забыл. Но это что может означать? Что Крупанин каждый год приглашает Губанова. Так, не будем нервничать и во всем спокойно разберемся. Записку я отдал комиссару. И попросил выяснить, когда она написана, не рукой ли Крупанина. Но если записка написана не год назад и не рукой Крупанина, то надо срочно искать автора. Не исключено, что и его жизни угрожает опасность. Почему ты так думаешь? Ну, потому что эта записка, ну, предупреждение мне, что что-то могло случиться. Хотя, честно говоря... Ну, что ты молчишь? Мы не знаем истинных причин убийства Крупанина. Может, Раков его опознает. Ну и что это будет означать? Ну как что? Значит, убираются участники преступления, которые могут дать показания. Когда в Светогорск поедешь? На днях. Ну, малыш. Ну? Пленку отнес. И все? Через 2-3 часа сделают видеозапись. А мы имеем дело с очень опытным преступником. Убийца действовал чрезвычайно хладнокровно. Убил. И потом, использовав общее замешательство, подсунул нож в карман Самонишвили, отлично понимая, что на того падут подозрения. Тот же затеял драку. Нам следует изучить биографии всех людей, которые находились за столом покойного, и понять, мог ли кто-нибудь из них быть потенциальным убийцей. Займется этим Гончаров. Войдите. Войдите. Какое общество. Лучшие люди. И в таком маленьком кабинетике. Может, чайком побалуемся? Ты с чем пришел? Совсем забыл. Записка написана не год назад, а совсем недавно. И писал ее не Крупанин. Как ты мог это узнать? У тебя что, был образец крупанинского почерка? Был. На пригласительной открытке Губанову он, если это, конечно, он, старательно вывел А.С. Крупанин. Алик, нужно найти обязательно образец почерка Крупанина. Может быть, действительно расписался не он. А при всех обстоятельствах это писал не Крупанин. Написано это женщиной. Неужели научились распознавать и это? Представь себе, давно. Правда, бывают ошибки. Вот год 3 тому назад было дело об анонимных клеветнических письмах. Я установил, что писал мужчина, а оказалась женщина. Правда, мужеподобная. Профессия у нее скорее мужская, шофер. Ко всему еще пила и курила. Ну ты даешь. Кое-что можем еще. Вот я, например, знаю, что вы сейчас пойдете обедать, а мне еще дел часа на 1,5. Так что привет. Вот тут я составил список тех, у кого могли быть ключи от квартиры Губанова. Ну, может, он несовершенен. Может, тут даже нет того, кто оставил записку. Но вот в нем есть одна только женщина. Это племянница Губанова, жена Крупанина, Наталья Борисовна Крошина. Вот, Саш, займись. Найди образец ее почерка.